Всем привет, меня зовут Ольга, я автор блога Текстеры, и в этом ролике я покажу, как установить на сайт счетчик посещений. Думаю, не стоит долго объяснять, зачем это нужно. Если вкратце, то счетчик позволяет получить полную статистику по сайту, то есть количество посетителей в день, неделю, месяц, количество уникальных посещений, источники переходов, поисковые фразы, страны, пол, возраст посетителей и так далее. Сервисов статистики существует несколько, и самыми полнофункциональными из них являются Яндекс.Метрика и Google Analytics. Но есть и более простые варианты, например, счетчик от сервиса Life Internet. С него мы и начнем. Это такой немного олдскульный вариант, но он отлично подходит для новичков, так как его довольно просто устанавливать, и в интерфейсе самого сервиса сложно запутаться. Итак, давайте найдем с помощью поиска нужный счетчик. Вот я ввела запрос. И нажимаем на первую ссылку из выдачи. Теперь нам необходимо заполнить поля, которые отмечены зеленым цветом. Примерно как-то так. Поле «Синонимы» заполняется, если у вас есть зеркала сайта, то есть он доступен по разным адресам. Здесь их нужно будет прописать. Ключевые слова заполняются, чтобы сайт можно было найти при внутреннем поиске в рейтинге Life Internet. Для этого нужно будет отметить вот этот пункт «Участие в рейтингах» и выбрать соответствующую категорию. И вот еще один важный пункт. Здесь вы можете указать, будет ли статистика общедоступной или ее можно будет получить только по паролю. В любом случае, вы можете потом дать пароль от статистики другому лицу, если возникнет необходимость. Поэтому лучше не делать статистику общедоступной. Так, все мы заполнили. Переходим к следующему пункту. Здесь проверяем правильность данных, и если все верно, нажимаем «Зарегистрировать». Далее получить код счетчика. Здесь вы можете выбрать любой дизайн, который вам понравится. Вот, например, вот такой. Итак, самое интересное. Куда же вставлять код счетчика? Здесь у нас есть небольшая инструкция. Код нужно вставить между тегами body ближе к началу страниц. Давайте посмотрим на примере сайта на WordPress. Переходим в консоль. Вообще код добавляется в редакторе кода, который располагается во вкладке «Внешний вид». Но так как для новичка это довольно сложно, давайте рассмотрим более простой вариант и будем использовать виджеты. Здесь мы среди доступных виджетов видим HTML-код. Добавляем его. И в содержимое можем вставить тот самый код, который мы скопировали. Сохраняем изменения. Теперь обновляем страницу. Вуаля! Статистика появилась. Теперь давайте установим Яндекс.Метрику. Вводим запрос. И переходим на первую страницу. Для регистрации вам потребуется почта в Яндексе. Входим в аккаунт. Добавить счетчик. Здесь мы указываем имя счетчика. В принципе, может совпадать с названием сайта. Адрес. Здесь также мы видим дополнительные адреса, то есть для зеркал часовой пояс. И обязательно включаем вот эту полезную функцию. И принимаем условия соглашения. Создаем счетчик. Итак, Яндекс нам предлагает несколько вариантов, но можно остановиться на самом первом. Это HTML-код. И также скопировать его и вставить на сайт. Но смотрите, здесь еще есть дополнительные настройки. Я не буду останавливаться на каждом пункте. Отмечу только вот этот информер, то есть счетчик можно сделать видимым с помощью вот этой вот галочки. Ну и настроить внешний вид тоже можно. Регистрация в Google Analytics, в принципе, аналогичная. Переходим на сайт и нажимаем «Зарегистрироваться». Опять же, должен быть у вас аккаунт в Гугле для этого. Регистрация.
Здесь мы вводим название аккаунта, так как их может быть несколько. Например, номер один. Название сайта. Адрес. Отрасль. То есть тематика. Например, искусство и развлечения. Часовой пояс. И вот здесь вы можете настроить совместное использование данных. По сути, вы даете Google доступ к вашим данным. Получить идентификаты. Здесь в связи с изменением в законодательстве нужно будет еще отметить несколько галочек. И готово. Вот опять же мы получили код. Тут нам Google говорит, что нужно вставить счетчик в качестве первого элемента в разделе Head каждой страницы. Вообще Яндекс и Google рекомендуют размещать счетчик как можно ближе к началу страницы, просто может возникнуть ситуация, когда страницу закроют раньше, чем успеет загрузиться счетчик, и просмотр не будет засчитан. Давайте посмотрим опять на примере. Заходим в консоль и переходим в редактор кода, где у нас располагается head. Давайте найдем head. Ну, скорее всего, в хедере. Вот. Мы видим один и второй тег. И в самом начале желательно разместить наш скрипт. То же самое, например, в блогере. Мы заходим в раздел «Тема», «Изменить HTML». И здесь у нас на одной странице весь код сайта. И где-то здесь head. Вот он. И опять же, сразу после него нужно вставить код счетчика. Вот, получается как-то так. На этом все. Как видите, все оказалось довольно просто. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если ролик был полезен, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи!